Год культуры официально объявлен закрытым. 19 декабря во Дворце культуры «Космос» состоялся итоговый концерт под названием «Мы вместе». На нем, благодаря творческим номерам, зрители смогли вспомнить самые яркие мероприятия этого года. Деньги от проданных билетов городские власти пообещали перечислить на строительство памятника Трифону Вятскому. Открыли концерт «Мы вместе» во Дворце культуры «Космос» самые талантливые юные певцы. Это уже не первое выступление сводного хора города Кирова, но самое почетное. Ведь этот праздник – итог работы за целый год. Год культуры в Кировской области. Зрители увидели самые яркие номера, которые были созданы в Кирове за этот год. Благодаря песням и танцам сидящие в зале смогли вспомнить эстафету Олимпийского огня, празднование Дня славянской письменности и, конечно, большой юбилейный День города. Зал был полон. На концерт пришли и социально незащищенные слои населения, пенсионеры и дети-сироты. Билеты им купили депутаты Гордумы. Кстати, все средства, вырученные от продажи билетов, организаторы пообещали передать на установку памятника Трифону Вятскому. Если народ голосует рублем, говорит, что я готов отдать эти деньги на строительство памятника, мы должны только поддержать этих людей. Кто считает, что ему сложно, невозможно или он не хочет, он этого не делает. Именно поэтому строительство памятники, как народного памятника, очень важное событие. Всего на памятник Трифону Вятскому требуется 12 миллионов рублей. Кировчане уже собрали почти 3 миллиона. Анна Мамаева, Дмитрий Подлевский, Бюро новостей Давича.